Представители общественных палат Среднего Урала, областная, Каменск-Уральская и Екатеринбургская провели совместное заседание, на котором обсуждалась реформа местного самоуправления. Абсолютное большинство высказалось за необходимость проведения реформы МСУ, но при этом общественники отметили, что при реализации необходимо учитывать мнение населения. В конечном итоге были высказаны целый ряд сомнений о механизмах и формах, но было принято общее решение о том, что общественные палаты поддерживают данное начинание. Необходимость принятия подобного решения находится на поверхности, и зачастую депутат просто физически не в состоянии принять решение по конкретным вопросам своих избирателей. Речь идет о том, что если на сегодняшний день мы себе представим, что у каждого человека есть своя проблема, связанная с местом его пребывания, любая – ЖКХ, здравоохранение, образование, и каждый этот человек придет к избранному им депутату, допустим, в Думу Екатеринбурга, то к одному депутату придет 60 тысяч человек. Это априори делает невозможным решение каждой из этих проблем. Напомним, что в ходе реформы МСУ предлагается передача ряда полномочий из администрации города в районы. Помимо этого, в каждом из районов будет создана своя дума, появится глава и свой бюджет. В Свердловской области реформа МСУ должна пройти в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменск-Уральском. Мы говорим о механизме, мы говорим о том, что а. Району надо дать деньги, б. Району надо дать депутатов, районных депутатов, которые знают каждую улицу, каждый дом, каждый колодец и каждую школу. И тогда эти депутаты значительно эффективнее распорядятся этими деньгами. Понятно, что Артемовский городской округ не так велик, и вводить в нас дополнительный депутатский корпус смысла не имеет. Теоретически, наши депутаты, каждый день видя ситуацию и слыша о проблемах горожан, должны выполнять свои функции намного эффективнее, поскольку количество избирателей не так велико. Однако на деле в итоге принятие тех или иных решений зачастую упирается в отсутствие конструктивного диалога между артемовскими думцами. Бесспорно, что на заседаниях городской думы не раз высказывались вполне внятные и действительно нужные для города инициативы. Но вот воплотить их в жизнь удавалось далеко не сразу, то и вовсе они переставали быть актуальными. Перед лицом общего кризиса депутатам городской думы нужно оставить политические и личные разногласия и начать действовать быстро и профессионально. Избиратели должны увидеть, что люди, которым они отдали свои голоса, действительно могут выполнить данные обещания, помочь и, если нужно, защитить артемовцев.